I just wish you a lot of happiness and loads of love. Просим наших родных и близких находиться дома, и просто нужно будет переждать, и главное не унывать и не загоняться в себя, просто быть счастливыми, веселыми, то, что мы сейчас рядом находимся и можем саморазвиваться, к примеру, как мы это делаем. Плюс у нас еще есть 30 килограмм гречки, туалетная бумага и все дела.